Добрый день, уважаемые телезрители. Мы с вами в городе Томске, где в эти дни проходит кубок имени Сергея Белова. И у нас очередной игровой день, уже третий по счету. Вот так вот потихоньку, помаленьку мы уже к экватору турнира движемся. Сегодня у нас еще одна игра, и я думаю, что не менее интересная она получится, чем предыдущие матчи. Какие-то вырисовываются уже потихоньку турнирные расклады. Сегодня Алтай Баскет у нас сыграет против Бердска. И Алтай Баскет в синем справа по кадру, в белой форме Бердск. Последнее наставление от тренера. Ну и давайте, пока у нас есть еще немного времени перед началом, пробежимся по турнирным каким-то раскладам, подумаем, что к чему, и немного порассуждаем. Приветствуют ребята друг друга. Первый матч сложился для Алтай Баскета, ну, наверное, не самым лучшим образом. Встретились они, наверное, теперь уже становится понятно, с одним из фаворитов турнира в целом, с Улан-Удэ, проиграли ту игру. Бердск тоже у нас уступили в первом матче Хабаровску, и вот во второй игровой день состоялась у них встреча с Улан-Удэ, где они тоже проиграли. Алтай Баскет же у нас вчера первую победу одержали, парни. Ну и я думаю, какой-то определенный заряд позитивных эмоций получили. И вот посмотрим, насколько сегодня удачным будет для них этот матч. На паркете у нас начинается игра. Это лучшая игра в мяч, как вы, я думаю, все прекрасно знаете. Первая атака для Алтай Баскета пока заканчивается ничем. Ну и Улан-Удэ тоже забросить первые очки набрать не смогли. Перед матчем подъехал я немного пораньше, и была у нас игра между хозяевами кубка против Улан-Удэ, все той же команды, которая пока идет без поражений. Ну и вот из этого спойлера, я думаю, должно быть понятно, что победу одержали у нас улан-удинцы. И вот после трех матчи они пока возглавляют турнирную таблицу, и поражений в своем активе у них нет. Так что, ну, какие-то можно выводы, я думаю, по этим встречам первые уже сделать. Ну, вот у хозяева турнира достаточно приличная, я вам скажу, команда. И проиграли они, ну, по факту я подошел, наверное, к середине третьей четверти. Там плюс-минус равный еще счет был, но вот концовка осталась за ребятами из Улан-Удэ, и вот у них все хорошо, и начало отличное, и в целом все, в общем, получается пока. Алтай Баскет посмотрим сегодня. У Бердска же две игры, два поражения, ну и пока сложно. Сложно они в турнир в этот входят. Ну, так, пробежка. Обидно, конечно, верный шанс сейчас был первые очки набрать Бердску в этой встрече, не получилось. Атака Алтай Баскета. Хорошая передача, можно попробовать под кольцо пройти. И есть бросок, и похоже, что фол был, да? Да, был фол, и будет еще один бонусный сверху. Ну что, Алтай Баскет начинает здорово. 4-0 пока у нас такой счет. Ну и пятый тоже в корзине. 5 мячей. Бердск в своем активе пока набранных очков не имеет. И еще один перехват для Алтай Баскета. Ну, к сожалению, не самая лучшая у нас точка для съемки. И пока непонятно. Видимо, мяч покинул пределы площадки. Тайм-аут сразу. Вот так вот этот матч начался. И сыграли всего ничего, а тренер Бердска берет тайм-аут, и недоволен он явно игрой своих подопечных. У Алтай Баскета вроде бы все в порядке, ну и здесь, как и вчера, наверное, достаточно спокойно себя на скамейке тренер ведет, и вот в таких паузах видит, что здесь, наверное, главное не навредить, и начало действительно замечательное. В общем, вполне такой спокойной, размеренной манере ребятам объясняет. Ну, видимо, есть какие-то, в любом случае, они, ну, без этого не бывает, что по игре есть какие-то все равно нюансы, тонкости. И
Давайте наблюдать. Берцк будет владеть мячом, как я понимаю. Первая четверть у нас пока чуть больше минутки команды сыграли. 5-0. Сложно тут вести мяч кому-то. Все направления перекрыты, но вроде бы выбирается Берцк. Хотя вот этот пас не самый лучший. И ответ от Алтай Баскета еще плюс 2. Ну да, начали парни здорово, с места в карьер просто с двух ног в этот матч вылетают, и уже 7 очков в их активе, хотя, ну вот, меньше двух минут прошло. А для Берцка все сложно, очень сложно им даются вот эти даже выходы со своей половины паркета, и навязывает тут свою игру Алтай Баскет, ну, увидите, я, наверное... Прекрасно видно сейчас, насколько здесь у нас эмоционально себя тренер Берцка ведет. И недоволен он тем, что происходит. Ну, на всякий случай напомню, что у нас 12 команд по 2012 году в данном турнире играют. Команда разбита у нас на две подгруппы по 6 команд. Соответственно, по 5 матчей проведут ребята в группе, ну и в субботу, так, подождите, нет, в пятницу закончится групповая стадия. Да, все верно, и дальше будут уже матчи для того, чтобы определить, кто какое место окончательное, финальное займет. Я так полагаю, ну ладно, я с регламентом, если честно, сам не лучшим образом знаком, поскольку на данном турнире, ну вот только матчи Алтай-Баскета, снимаю, работаю, поэтому, ну, некоторые нюансы я не знаю. Выход под кольцо и накрывают, здорово накрыли Алтай Баскет. Быстрая передача в отрыв. Есть, кстати говоря, подбор. Ну, в смысле, выловили пекиняч игроки Алтай Баскета в этой атаке. Ну, неудачная попытка, быстрый ответ от Берцка. Ну, и надо ребятам набрать первые очки уже. Матчи Томска. Ну, наконец, есть плюс 2. Так. Еще разок нужно бросить. В матче вот Томска Улан-Удэ игра получилась максимально такая закрытая, что ли, нерезультативная, нервная. И там счет где-то, наверное, 29-24, что ли, та встреча завершилась. В общем, команды по факту набросали очень немного. Алтай Баскет, владение за ними. Хорошая передача и бросок из-под кольца. Класс. Красиво все, как по учебнику разыграли парни. И, ну, первая четверть прям вот на максимально позитиве проходит для них. И сложности по этой игре пока не наблюдается. Но ребятам предстоит тяжелейшая игра против хозяев первенства. Я думаю, будет она максимально такая близкая, непростая. Плюс еще сильная команда из Хабаровска впереди. Так что здесь все только начинается. Да, первая победа есть, но пока, наверное, особо как-то обольщаться не стоит. Все-таки, ну, не самую сильную команду ребята переиграли. И вот Берц тоже, как мне видится, ну, не самые сильные ребята на турнире. Так что вот для Алтай-Баскета есть время еще для того, чтобы подойти к решающим встречам максимально собранными. И я думаю, что вот по тому, как эта встреча у нас началась, ну, должна быть такая простая, что ли, игра получиться для Алтай-Баскета. И, ну, возможно, сильным соперником это может по-разному сказаться, конечно, и как в плюс, так и в минус сыграть. Плюс в том смысле, что парни просто, ну, уже полностью, скажем так, в игре и в турнире, и есть положительные эмоции от матчей, которые прошли. В общем, это может сыграть положительно. А вот минус в чем? Минус в том, что можно немного соперника, что ли, недооценить. И когда тяжело будет приходиться, то на паркете будут уже другие ребята. Ну ладно, это пока все так, больше куда-то в сторону.
А, давайте к матчу. Бросок – это 2 очка было бы, если бы парни попали. Еще подбор. Ну вот много подборов забирают на чужом щите ребята из Алтай Баскета. И еще подбор за барнаульцами. Ну сколько тут уже? 4-5 попыток, наверное. И добиваются. Добивает своего высоченный парень 15 номера. Еще перехват. И... Так, это не точно. Ну, наконец, Бердск вроде как должны в атаку выйти. Бросок мимо. Хороший наброс и точная передача получается. А вот дальше уже не точный пас. Перехитрил, мне кажется, здесь сам себя. 7 номер Алтай Баскета. Ну, была, мне кажется, возможность у него бросить самому. Не стал бросать, доверил это дело партнеру. Так. Фолы. Фолы. Проход под кольцо и вынуждены ребята из Бердска фалить. 2 штрафных броска будет у нас исполнять 17 номер. В первой четверти у нас счет 12-2. 2:47 до конца. Ну, чем-то похожа эта игра на вчерашнюю. И по счету, и по тому, как эта встреча начинается. Ну и в первой четверти, вот во вчерашней игре, плюс 15 парни повели, оторвались солидно. Во второй четверти, ну, скажем так, временами действовали здорово, но не все так радужно в итоге сложилось. Да, отрыв сохранился у них, но тем не менее... На перерыв, на вторую половину парни ушли при счете, ну, кажется, таком же, плюс 15. Ну и дальше просто дело техники уже было. Вот, Бердск пока горит не так много, но сложно было начало для них, прям, ну, максимально какое-то неудачное, что ли. Немного потерянными ребята выглядели так. И, ну вот, на чужом щите Алтай Баскет творит пока все, что ему заблагорассудится. И вновь подбор за барнаульцами. А можно отдать, наверное, на дугу. Нет, этого паса мы не увидели. Быстрый отрыв от Бердска. Ну, надо забить. Нет, не точно. Еще попытка одна. На этом все. На этом все. Но Алтай Баскету, мне кажется, некуда спешить здесь. Сейчас следует передача. Ну и окей. Все здесь. Как по нотам разыграли вновь. Высоченный парень в атаке Алтай Баскета. 15 номер. Играет. И сложновато приходится здесь ребятам из Бердска против него действовать. Бросок со средней дистанции вновь мимо. И уже плюс 10. Плюс 10 за минуту 18 до окончания первой четверти. Так, ну вот сколько здесь, давайте считать. И вновь завязали здесь барнаульцы оппонента. Но вроде бы выбрались из-под отеки такие берчане. Так, и позиционная атака для них. Последняя минута первой четверти пошла. Хороший проход, передача. Дальше сложно. Дальше сложно, надо бросать. Уже время заканчивается в этой атаке. И да, неточный бросок. Здесь Алтай Баскет тоже отличается неточной передачей. И Бердск вновь в атаке. Теперь уже потери от них. Штрафных для парней из Барнаула. Я смотрю, подуспокоился здесь уже тренер Бердска. И есть одно очко. Давайте еще смотреть сейчас. Вторая попытка будет. И еще плюс один. Барнаула.
Чуберская 14 секунд до окончания первой четверти. И вот наконец-то зарабатывает хоть какую-то возможность берчане у нас забросить под концовку этой первой четверти. Ну, еще пару хотя бы в свой актив. 16-4. Плюс 12. Ну и Алтай-Баскет должны быть довольны, я думаю, таким исходом. Да, у нас четверть еще не завершилась, но все близко к этому. 10 секунд у нас остается. Никого мяч не задел. И Алтай-Баскет будет вводить его в игру. Да, но вот смысла здесь, конечно, особого... пробежка. Ладно, хотел я сказать, что вот в таком прессинге смысла нет, когда один игрок свободен. Но барнаульцы дарят своему сопернику последнюю атаку из-за дуги. Но это было очень близко, я вам скажу. Все, закончилось время. Небольшой перерывчик, буквально 10 секунд. И вернемся мы на площадку. Давайте немного выдохнем. Ну и совсем скоро увидимся. Закончился наш перерыв. Ну, совсем коротенький у нас здесь пауза. И начинается вторая четверть. И пока у Алтай-Баскета плюс 12. Вбрасывает мяч ребята из Бердска. Так, ну и вот хорошо. Уже под концовку парни... имели шанс 3 очка набрать свой актив. Не получилось, немного не повезло. И вот плюс 12, это, конечно, уже серьезно. Серьезно. И четверть у нас одна, 8 минут, я напомню, длится. Так что, ну, не такие результативные игры, как в большом, скажем, баскетболе. Но, тем не менее, за 50 тут у некоторых ребят у нас набрасывают. И... далеко за 50, и, по-моему, 57-59 у нас некоторые команды набирали очков. Но вот Алтай-Баскет, наверное, сегодня имеет шанс с хорошим счетом эту встречу завершить. Наброс. Трехсекундную зону, бросок мимо. Еще подбор за Алтай-Баскетом. Ну, наверное, вот благодаря этим подборам в первую очередь удается барнаульцам так крупно громить оппонента. Вот бросок неудачный, подбор. В одной из атак там, по-моему, на чужом щите чуть ли не 5 подряд забрали подборов баскетболисты из Алтай-Баскета. Ну и по итогу... забили таки. И вновь подбор за барнаульцами. Проход под кольцо, бросок. И вновь подбор. И еще раз, наверное. Хотя нет, в этот раз все. Берц забирает таки. Снимает мяч в этой атаке. Летят ребята сами вперед. Достаточно быструю атаку придумали. Но вот... проходы быстрые есть, забить не выходит, и забросить после броска на подборе сложно приходится. А вот Алтай-Баскет, в свою очередь, пока вот, ну, грамотнее, что ли, подготовлены ребята. Знает каждый, наверное, свое место на площадке, на паркете, и в этом смысле все здорово у барнаульцев. Но опять-таки говорю, что расслабляться точно не стоит. И впереди еще сложные две игры. Серьезные соперники. Так что тут такое. Так, есть перехват для Бердска. Быстрый выход. Притормозили немного в обороне барнаульцы. Сумели они назад вернуться быстро. И заставляют соперника тут... не самые простые решения принимать. Бросок из-за дуги не точно. 20-6. И 4:56 до конца у нас первой половины. А
Остается пока мяч у Бердска. А вот парня вбрасывают. Так, ну вот это уже лучше, а броска пока нет. Вот сейчас со средней. И есть подбор за Бердском. Еще попытка бросить. Неудачная. Сброс на дугу. Вход в зону. Бросок. Не попали парни. Быстрая атака вновь от Бердска. Но вот Бердск у нас пока предпочитает. Ну не то чтобы предпочитает, что ли, действовать вот такими быстрыми атаками, отвечать на то, что создает оппонент. У них других вариантов, честно говоря, не прослеживается. И вот после таких быстрых атак и неточных бросков на подборе-то не удается им второй раз шанс получить у кольца, бросить. Алтай Баскет сохраняет мяч. И еще добавление. И еще будет бросок. И вновь Алтай Баскет берет подбор. Пробежка. Да, пожадничали, что ли, ребятки здесь, и тренер. Но не то чтобы недоволен. Так, пожурил их немного. Ну и что Бердск? Вновь неточно, к сожалению, но на этот раз на чужом щите парни мяч забирают. Сброс немного назад со средней дистанции. Вновь неточно и быстрый ответ от Алтай Баскета. Ну и здесь все пока очень даже не дурно. 24-6. Это уже попахивает крупным разгромом. За первую половину пока в активе Бердска всего лишь 8 очков набранных. И... ну, на самом деле тут такого, конечно, наверное, вряд ли стоит в эфире озвучить. Но пока одна команда у нас на площадке, вторая не проснулась, что ли. И у Барнаула получается пока куда больше. Еще плюс 2. Ну, я думаю, что если по итогу плюс 20 в первой половине ребята сопернику забросят, то ну там дальше уже не так интересно будет. Интриги в этой встрече, скорее всего, уже не будет никакой. Да ее и сейчас по факту уже, наверное, нет. Тут вопросы остаются только, наверное, по итоговому результату, по итоговому счету и сколько получится забросить одним и вторым. И еще перехват. Да, на ровном месте здесь ошибается Берчаня. Алтай Баскет, ну вот, пользуется этой слабостью, что ли, соперника и раз за разом его подлавливают на ошибках. Так, окей. И есть еще набранные очки для Бердска. Можно, наверное, налево отдать. Нет, идет наброс в зону и еще плюс 2. 28-10. До конца первой половины у нас остается чуть больше минутки. Последняя минута первой половины. Из угла бросок. Неточно вновь. Да, трехочковых пока у нас ни одни, ни вторые не забивали. Замена в обеих командах проходит у нас. Ну да, есть тут, наверное, смысл уже подумать о предстоящих играх и тренеру, возможно, какие-то перестановки. Да и просто ребятам дать поиграть. Не зря же приехали.
и получить побольше игровой практики. Это вот хороший сейчас, наверное, шанс для Алтайска. Ой, Алтай-баскет, естественно, дать ребятам, которые в ротации находятся, побольше игрового времени. Ну и вообще, в целом, наверное, подобные турниры детские, они в первую очередь нужны именно для того, чтобы ребята просто элементарно получали игровой опыт. И счет здесь — это далеко не самое главное, так что... Но это не только в баскетболе, это, наверное, в любом виде спорта так и есть. Надо бросать. Отлично. И ответ от Алтай-баскета. 20 секунд остается у них на атаку до конца первой половины. Перехват, кстати. Ну и вот Берск немного встрепенулся, что ли. Сумели ребята концовки голову приподнять. И будут еще исполнять штрафные. Сейчас фол, и девятый номер получает в конце второй четверти вариант для того, чтобы еще немного по счету подтянуться. Первый бросок не точно. А вот второй попал, молодец, хотя бы так. 28-12, последняя атака, я думаю, для Алтай-баскета в этой первой половине. Подбор, ну вот, кстати, Бердск начинает потихоньку, да, и подборы где-то брать в себя на кольце. Ну, в общем, какие-то вырисовываются для них варианты, что ли. А первая половина завершилась, давайте немного отдохнем, ну и вернемся уже в третью четверть. Окончен перерыв. Буквально через несколько секунд продолжаем. 28-13 после первой половины. По счету ведут у нас ребята из Барнаула. И у Алтай-баскета все хорошо. Вот для Бердска эта игра максимально непросто началась. И, ну, я думаю, что провалили они однозначно первую четверть. Во второй немного в концовке встрепенулись. И... ну, где-то, наверное, вторую четверть плюс-минус в ничью сыграли. Но, возможно, замены здесь сказались. Так что замены, я имею в виду, в составе Алтай-баскета, естественно. И давайте смотреть за тем, как у нас начинается вторая половина. Все, готовы, ребят, начинать. Алтай-баскет будет у нас мяч в игру вводить. Поехали. Поехали. И теперь поменялись ребята половинами. Наброс. И еще разок можно вбросить. Да. Ну и все пока по тому сценарию, как мы видели в первой четверти. Высоченный игрок, 15 номер у нас Барнаула, на чужом щите все подборы берет. Очень сложно против такого парня играть. И у Бердска на самом деле в этой первой четверти не нашлось на него никаких ответов. Попытка вывести, наверное, на бросок из-за дуги, но нет, следует передача в зону. Еще подбор и еще плюс 2. Да, ну грозное оружие у барнаульцев припасено, конечно, для своих соперников. И вот здорово, когда есть такой большой парень, который вот на чужом щите творит все, что ему захочется. Противоядие пока у Бердска не наблюдается, и противопоставить нечего. Так, барнаульцы в атаке. Хорош пас, и можно самому завершить. Нет, это передача. Но это уже плюс 6 19 номера за чуть больше, чем минуту в третьей четверти. Ну, класс, ничего не скажешь. Да, жаль, конечно, у нас не получается организовать полноценные трансляции.
во всех возрастных категориях. Ну, чтобы вы понимали, я слабо имею отношение к организаторам турнира, поэтому комментариев по этому поводу дать не могу. Но я видел, что вот в спорткомплексе «Юпитер» у нас проходят соревнования. Там парни постарше немного играют, и вот там проводятся круглосуточные практически трансляции. Но это шутка, естественно. Ну вот, в общем, все игровые часы, которые «Юпитер» у нас загружен баскетболом, там проходят трансляции с Кубка Белова. Единственное, что без комментариев, но в целом там есть возможность родителям посмотреть за игрой своей любимой команды, поддержать парней и какие-то, может быть, подсказки дать. Я уверен, что не просто так дети в баскетбол пришли. Есть, естественно, я думаю, родители, которые сами поиграли, так что и вот подобные записи и трансляции имеют большое значение, да и для тренеров большая, я думаю, польза. Так, немного я отвлекся, у нас пока просто в игре, я так вижу, что интрига все дальше и дальше у нас на второй план. В общем, счет отходит 38-15. Ну, то ли еще будет, то ли еще будет. И вот Алтайбаскет, наверное, хорошие сейчас шансы имеет для того, чтобы эти пресловутые плюс 50 набрать. Так, ну это смешно, конечно, если бы это бы не было правды. Ну, ничего страшного, так бывает. Да, мяч достанется белым. Попал мяч в дужку кольца. И это был спорный мяч, я так понимаю. А здесь фолы. Пятый номер получает. А, 15-й, да. 15-й номер персональное замечание получил. Ну и что? Берцев бросает, исполняет эти штрафные. Может быть, второй получится? Нет, второй тоже не летит. Длинный пас хороший. Ну, приостановиться немного решили здесь ребята. Притормозили, расставились позиционно. Перевод. И еще под кольцо. Классный пас. И высоченный вот вновь. 15-й номер у нас. Такие передачи для него это просто лакомый кусок, да, и да, сейчас забросить не вышло, но тем не менее, каждый раз под кольцом он эти передачи вылавливает. И тут для Алтайбаскета, конечно, задача не самая сложная, набросить так, чтобы соперник не достал, и дальше уже дело техники. 40-17, 4:42 до конца третьей четверти. Смена у нас проходит по ходу матча. И у Алтайбаскета, я смотрю, тут практически весь состав сменился. Да, вся пятерка у нас на паркете новая появилась. Есть бросок. Потеря. Потеря. Берцк вводит мяч в игру. Еще вторая попытка будет. Да, вот со второго раза уже опускается мяч в кольцо. Ответ от Алтайбаскета. Быстрый проход под кольцо. Бросок. Не точно. Подбор за парнями в синем, но со второй попытки тоже не вышло забросить. Атака для Берцка. Хорош проход и почти, почти.
тренер Берцк высказывает свое недовольство действиями игроков. Ладно, встреча продолжается. У нас уже больше половины в этой четверти времени сыграно. 40-21. В пользу Алтайбаскета. Да, серьезно, конечно, тут у нас меняется рисунок игры после замен. И вот сейчас, наверное, равная игра пошла. Алтайбаскет будет с мячом. Да, вроде бы вышли, да, выходят ребят со своей половины. Расставляются. Так, здесь хороший перехват. И быстрый ответ от Берцка. Передача под кольцо, плюс два, и это с мясом зашло. И еще один фол бонусный для 10 номера. Бонусный бросочек будет один. Подтягивается вновь под концовку. Берчане бросок. Неточный бросок. Надо играть вообще так-то. Ну, вот такие вот моментики у нас на данном матче. Но это, естественно, вот как раз небольшая такая, что ли, секундная расслабленность. У нас тут и Берцк отличился забавным моментом. Ну и вот здесь тоже такие вот эпизоды. Невнимательность, наверное, что ли, либо наоборот сверх какая-то. Заряженность на игру, ладно. Проехали, бросок и... Так, ну это два очка, да, два очка. И Берц потихоньку, помаленьку подбирается по счету. 40-25 уже. И вот то преимущество 20 плюс уже растаяло, остается плюс 15 для Алтайбаскета. И вот эти секунды, минуты даже, наверное, однозначно в пользу команды в белом. Алтайбаскет не выходит сейчас забрасывать и набирать стабильно очки. Вот после того, как произошли замены, есть проблемки у ребят. Алтайбаскета. Обратную передачу. Но можно издалека было, из-за дуги попробовать. Не стал бросать и правильно сделал. Проход плюс два. И еще один бонусный штрафной заработал у нас 14 номер. Передача и быстрая атака для Берцка, еще плюс два. Да, ну вот стабилизировали, что ли, эту игру парни из Берцка, и вот последние минуты однозначно в их актив идут. Да, плюс 15 по-прежнему, но тем не менее по счету-то подтянулись ребята и еще сокращают отставание. Плюс 13 остается. И начало получаться подборы, да, забирать. Сразу попроще стало. Да, замены, естественно, играют, но, тем не менее, вот это может даже, наверное, как-то и воспрянуть духом, что ли, команда. Остается всего плюс 11. И 10 секунд до конца третьей четверти. И вновь Берцк у нас. Кураж поймали, и вновь они в атаке. И тут, знаете, может получиться так, что... Ну ладно, пока не буду каркать.
бывает так, что команда начинает плыть, и даже обратные замены могут уже не помочь. Но это такое, конечно, бабка надвое сказала. Но вот хороший отрезок для Бердска, наконец, и окончена у нас третья четверть, завершена. Плюс 11, 42 на 31, и Алтай-Баскет потихоньку, помаленьку свое преимущество распранжирил, разбазарил. Ну ладно, сейчас тренер обязательно, я думаю, корректировки какие-то сделает. Ну и давайте подождем четвертой четверти, там все и решится. Появляются парни на паркете. После трех четвертей у нас счет 42 на 31 в пользу Алтай-Баскета. Но вот в третьем отрезке игровом позволили они сопернику, что ли, немного по счету приблизиться и где-то игру свою нащупать. Да, были замены, были такие массовые, что ли, замены, которые сказались. На мой взгляд, я, конечно, небольшой специалист, но, тем не менее, я думаю, в этом смысле вы со мной согласитесь. И Бердск, ну, возможно, даже на кураже сейчас действуют ребята. И вышла у нас пятерка, которая начинала эту встречу для Алтай-Баскета, ну, видимо, для того, чтобы какой-то порядок здесь навести. Если можно так сказать, вернуть былое растраченное преимущество. Ну, так-то вот в детском спорте такие шутки могут стоить дорого. Ну, это опять-таки мысли вслух, как говорится. И, ну, вряд ли, я думаю, что Бердск здесь прям отыграется, но чем черт не шутит. 7 минут у нас еще играть. Ах, вот тут кольцо, отличная передача. И со средней нет, не точно. А было хорошо, так-то сыграли здорово. И атака классная. И имелись варианты здесь еще приблизиться. Пас в отрыв, ну, не хватает нападающему здесь скоростенки. Да и по позиции, наверное, он не совсем верно сыграл. Но Алтай-Баскет набирает, наконец, первые очки. 44 на 31. Они идут вперед, и наброс под кольцо, фалы. 7-й номер получает персональное замечание, 2 штрафных броска. Первый точно. И второй точно. Отлично. Плюс 11. Плюс 11 для Алтай-Баскета. И барнаульцам, ну, надо, наверное, как-то вновь вернуться на такое более комфортное преимущество. Плюс 15, плюс 17. Было в какой-то момент и плюс 20. Да, возможно, и в пользу это пойдет, в плюс Алтай-Баскету, пускай они немного подрастеряли, но зато тренер, возможно, как-то под давление свою команду небольшое поставил, и это дальше в будущем может пригодиться. Атакует Алтай-Баскет. Бросок, и все-таки замагнитило туда кольцо мяч внутрь себя. И перехват, кстати, сразу. Так, а здесь потеря. Потеря. 48-33.
Да, тренер у нас Берцко тут этюды исполняет время от времени. .07 остается до конца этой встречи. Хорошая передача, но вот забить не получилось. Красиво было, но не точно, к сожалению. Еще подбор на чужом щите за Алтай-баскетом. Плюс 2, и остались ребята здесь напрягать соперника в чужой зоне. Да, выходит все-таки Берц на чужую половину, не без труда, но получается. Хороший сброс и еще точная передача. Надо кого-то уже на бросок выводить. Проход. Есть бросок. Длинный пас вперед. Контратака классная получается у Алтай-баскета. Но только не забили. Единственное, что... Бросок из-за дуги. И это первая трешка. Браво. Седьмой номер отличается у нас трехочковым попаданием. Ну и вот плюс 20 уже вернулось преимущество Алтай-баскета на свое, так скажем, заслуженное, что ли, место. Да, плюс 20 это уже без вариантов для того, чтобы возвращаться. Ну и за рубеж 50 очков Алтай-баскет тоже перешагнул. Чем ответит Берц? Давненько мы не видели, как парни забивают и забрасывают очки. Вот. Вот они пришли. И плюс еще будет бонус в виде штрафного одного. 15 номер вышел у нас не так давно на замену. И вот 2 очка в его активе на команду. Штрафной не удался. Быстро улетают в атаку Алтай-баскет, но теперь уже спешить некуда. Да, надо отдать передачу. Хорошо, хорошо, разобрались. И вновь плюс 20. Так, надо помочь кому-то, партнерам подойти. Там из угла вылезти проблематично. Все-таки выбирается Берск и делают это с отличной. В общем, вылезли они из угла и забили двушечку свою. Сброс у нас под трехочковый бросок. Попытка из-за дуги неудачная. Быстрый ответ от Берска. И что здесь? Продолжилась встреча, окей. Ну и теперь уже берчане пробуют издали. Еще одна попытка из-за дуги. Вновь не точно. Хороший перехват. Завязал здесь своего оппонента игрок Алтай-баскета. Бросок, а вот с броском беда. Быстрый ответ для Бернской. Надо забивать. Нет броска. Но накрывали здесь защитники. Успели они вернуться. И сложно было справляться. Но вот все-таки выискали возможность девчонки для себя и забили еще плюс 2. 55-39 за 2.06 до окончания игры. До окончания четвертой четверти еще добавление. Да, вновь начинают забирать подборы на чужом щите ребята из Барнаула. И вот в первой четверти просто такая игра была совсем в одну калитку, что ли. Там, я не знаю, по 4, по 5 раз можно было насчитать в каждый из атак, как проигрывают борьбу на щите игроки Берцка. Вот у Алтай-баскета с этим компонентом сегодня полный порядок. Ну, если сказать, что у Берцка не получалось совсем первая четверть, это однозначно будет правдой. И вот все-таки потихоньку, помаленьку парни такие
какие-то ключики подобрались, что ли, здесь. Да, пускай и ну, нет смысла здесь говорить о том, что они каким-то образом вытащат этот матч в целом, да, но, по крайней мере, после провала в первой четверти реабилитировались ребята дальше, и ну, третья, четвертая, наверное, в их актив все-таки идет. Четвертую четверть, скорее всего, они проиграют, но вот, по крайней мере, это хоть какой-то позитив по этой встрече для них. И, ну, возможно, еще в оставшихся играх как-то это скажется. Алтай Баскет у нас ведет 61-39, и одна минута у нас последняя пошла в этой встрече. А третья игра, и вот в трех играх получается, что Алтай Баскет у нас сегодня победит, скорее всего, ну не скорее всего, а уже 99-99-99-9, не знаю, даже в баскетболе такое бывает, вообще такие возвращения скорее нет, чем да. Короче, вторая игра в копилку, один матч проигран, ну и дальше ждет, ребят, самое важное, самое сложное, что ли. Два очень непростых матча против хозяев Кубка Белова Томичей и против Хабаровска. Тоже отличная команда, которая идет пока у нас тоже хорошо. Ну, в общем, все решится вот завтра и послезавтра. Ну, я имею в виду стадию групповую. Дальше, понятно, будет еще сложнее, но, тем не менее, вот из группы важно выйти с высокого места, чтобы продолжать борьбу за самые высокие места. 25 секунд осталось до конца, 61-39, плюс 22. Ну так и осталось, плюс 22 пока, хотя вот подбор взяли вновь. Команда Бердска, и это еще фолы. Еще два штрафных броска будет. Первый не точно. Второй есть. 61-40. Одна из последних атак для Барнаула. Еще плюс два. Ну и по факту, наверное, одна-две атаки будет в этой игре. Если перехват случится, то две. Если не случится, то, скорее всего, одна. Бросок из-за дуги мимо. И, ну, собственно говоря, все. Все на этом. Матч завершен. Поздравляю Алтай Баскет с этой победой. Да, она была не такая, может быть, волевая и сложная эта игра, но, тем не менее, в копилочку. И удачи, ребята, мы одним и вторым. Завтра будет важная игра. Ну, а я на этом с вами прощаюсь. С вами был Милентьев Сергей. Спасибо, что приходите посмотреть наши, пусть и в записи, трансляции. Ну, в общем, рад вас слышать, видеть всегда. Пишите, что думаете в комментариях по поводу матчей, по поводу моей работы. Все, всем пока. До скорых встреч. Пока-пока.